После того, как Фен упал в ванну, было короткое замыкание. Но после этого кто-то восстановил энергию. Что они возятся? Пусть увозят труп. Че, возимся? Труп выносим. Как вы себя чувствуете? Можем говорить? Да, я хочу с вами поговорить. Я хочу, чтобы вы вот это прочитали. Милая лебедь прекрасно была, ударила в пруд, легкие перышки тихо плывут. Достаточно иронично. Вы считаете, что этот стишок является предсказанием или иллюстрацией к тому, что здесь происходит? Вы считаете, нет? Вы считаете, что балерина, исполнительница партии Адетты в «Лебедином озере» к этому не имеет отношения? А? Это спорный вопрос. Вы не находите, что вокруг вас за последнее время слишком много смертей? Вот это у меня действительно вызывает подозрения. Я так и знал. Я ждал, когда вы начнете эту игру. Нашли крайнего, да? Удобно, ничего делать не надо. Давайте погасим эмоции. Давайте. Я вам все, что хотите, погашу. Только не надо заниматься словоблудием. Что, правда, считаете, что это Лана их всех убила? Старенькую Софико, которая ее вырастила. Мусю, с которой она целую жизнь прожила. Почему всегда все сводится к тому, чтобы скорее свалить вину на первого попавшегося и закрыть дело? Вы же когда-то шли в эту профессию не только зарплату получать, да? Вы же, наверное, хотели помогать людям. Гражданин Васильев, умейте было, не болтайте лишнего! Что касается гражданки Берсеневой, за которую вы тут так яростно заступаетесь, то... У меня есть кое-что сказать по этому поводу. Это график последних передвижений Ланы, составленных со слов свидетеля. Что ж, спасибо. Эту информацию мы проверим. Надо же, какую работу проделали. Видимо, вы очень хорошо относитесь к гражданке Берсеневой. Как бы вам потом об этом не пожалеть? Послушайте меня, пожалуйста, я прошу вас. Не относитесь к этим стишкам как к глупости. Вы же видите, что это не просто совпадение. Что же вы так упираетесь-то в эти столбики? Прошу прощения, я тут подумал, просто какой смысл паниковать и догадываться, если можно просто написать этому автору и спросить. Херр Лонстрим, скажите, зачем вы пишете эти страшилки, а то нам и так уже привидения снятся. Вот! Нормальная, здоровая мысль. Ведь по поводу товарища Гриладзе не было никаких стишков? Не было. Не было. Я могу написать Лунстрому. Я только не знаю, ответит он. Если да, то как долго это будет длиться? А вы куда-то торопитесь? Нет. У нас вся жизнь впереди. Где вас таких только делают? Пожалуйста, перестаньте. Я хочу сказать. У меня здесь новый эпиграф. Он касается первой любви. Моя чаша терпения уже переполнена. Угу.
Моя тоже. Ну, пожалуйста, ну послушайте меня. У меня была первая любовь, Володя Забелин. Мы однокурсники, учились вместе, 5 лет встречались. А потом он уехал в Петербург. Я не знаю, может, он и сейчас там живет. Вот я боюсь, что его там убьют. Хорошо. Я приму к сведению все, что вы сказали. Вас я прошу, напишите его имя, фамилию, отчество, год рождения, где он учился. И я наведу справки. Хорошо. Вам нужен отдых. Вам не стоит тут оставаться. Скажите, вам есть где остановиться, переночевать, друзья, родственники? Конечно, есть. Поехали ко мне, Санек будет очень рад. Ваш адрес у меня есть. Хорошо. Отведите ее к врачу, покажите. Ребят, не уезжайте сегодня, а? Давайте здесь останемся. Андрей, ты останешься? Да, конечно. Саня как раз ночует сегодня у одноклассника. Хорошо, Тём. Спасибо. А может быть, я с ума схожу, правда? Этого ничего нет, а я лежу в палате для буйных, в смирительной рубашке. Не надо так думать. Я думаю про Неваляшку. Помнишь, я тебе говорила? Ее не было, потом она появилась. А потом опять пропала. Муся и Артем так смотрели на меня. Может быть, ее не было? Давай, постарайся поспать, а? Чего стараться? Мне столько вкололи. Я сейчас усну. А ты не уйдешь, пока я не засну? Нет. Доброе утро. Доброе. Уже работаешь? Нет, я Лунстрому письмо писала. Скажи, а когда Елена Евгеньевна последний раз у тебя была дома? Когда были поминки Софико и Олега арестовали. А что? Нет, ничего, просто спрашиваю. Я думал всю ночь, полиция нам не поможет. Предлагаю самим начать расследование и найти убийцу. Я согласен с Артемом. И вот что я предлагаю. Здрасте. Здрасте. Извините, что я без стука, но там просто дверь-то была открыта, я без стука. Извините. Да, это я недавно выходил от двора. Пожалуйста, примите мои соболезнования. Муся чудесная была девушка. Спасибо, Пашка. Аркадий. Да. Кофе? Да. Да, спасибо. Спасибо большое.
Ну ладно, можно без кофе, я на минуточку на самом деле. А после смерти Софико, очень уважаемый мной Софико, я испугался очень сильно. Испугался так, что установил камеру у себя во дворе. Там? Чтобы она там все фиксировала, камеру. И что она зафиксировала? Много всего. Вот, пожалуйста, зафиксировали. Там все. Так, я думаю, что надо звонить Фроловой. У нее точно должны быть специалисты, которые могут обработать это видео. Не вижу смысла. Мои спецы не хуже. Все сделать в лучшем виде. Я скопирую? Да, 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 конечно, копируйте, пожалуйста. И все-таки я считаю, что нужно позвонить следователю. Утаивать такую улику от следствия – это глупо. И эту улику должны изъять у вас по всем правилам, иначе ее нельзя будет приобщить к делу. Так зачем же, вот же флешка у вас есть, зачем я-то вам нужен? Так нужно. Я отправил. Господи, хоть бы это помогло, хоть бы это все изменило. Аркадий! Аркадий, что случилось? Что? Сейчас у меня там экс-расисты есть. Пожалуйста, дайте Ковалу или что-нибудь. Ковалу, на скорую позови. А скорую можно вызвать скорую? Пожалуйста, вызовите скорую, пожалуйста. Постойте. Ладно, у меня к вам просьба будет. Смотрите за Феличкой, пожалуйста, ладно? Конечно. Он вас знает, и вы его тоже. Да, конечно. Спасибо. Поехали. Собака! Это ваша или наша? Сосед попросил присмотреть на несколько дней. Знакомься, Филимон. Как это пород называется? А чем будем его кормить, пап? А может быть, со мной в комнате спать? Я ему там коврик постелю. Можно? На, держи пока. А вот, эта гостевая комната пока будет твоей. Да, у Ланы большое горе, и ей нужна помощь. В общем, она пока поживет у нас несколько дней. Хорошо. Только не задавай много вопросов и много не разговаривай. Понял, папа. Пойдем, ужин готовить. Похоже, запутались мы с этими убийствами. Если в деле Софико Гриладзе были хоть какие-то мотивы, то здесь зацепиться не за что. Да, я тоже не понимаю, кому понадобилась эта бывшая балерина. Она же совершенно безобидна. Я тут навел справки о ее танцевальной школе. Никаких проблем. Ни долгов, ни конкуренции, любовник, ни женатый. Че ее убивать? Угу. Я маленькая балерина. Всегда нема. Пушкин? Тут дело все в этой аристократке, с которой все началось. Все убиты из ее окружения. Найди мне ее друзей, знакомых, родственников. Всех, кто еще остался жив. А то жертвоприношение какое-то. Есенин. Иди. Я еще тот кулинар, но я очень-очень старался. Спасибо, выглядит здорово, у меня просто аппетита нет. Андрей, у меня ответ от Лундстрема пришел. Что он пишет? Сейчас. Вы не просто переводчик для меня, вы в первую очередь мой читатель. Не хочу открывать вам смысл эпиграфов. Я хочу, чтобы вы прошли этой тропой без страховки. Надеюсь, в финале вы расскажете мне о ваших ощущениях. Лучше вообще не писал, тоже мне писатель. Андрей,
Во-первых, я знаю, что таких совпадений не бывает. А во-вторых, я чувствую, что эти эпиграфы — это о моей жизни. Скажи, ты мне веришь? Мне нужно подумать и сопоставить несколько фактов. Хорошо. Знаешь, что-то мне... Пойду прилягу. Какой же я идиот. Не спится на новом месте? Просто попить вышла. Андрей, а почему ты Елену Евгеньевну отметил? Я размышлял над твоим вопросом и пришел к странному выводу, что кто-то читает стихи и выстраивает все убийства по ним. Зачем? Ну, наверное, чтобы запутать следствие. Нам нужно понять мотивы убийства. И вот пока все следы ведут в издательство. Хорошо. А при чем здесь Елена Евгеньевна? Я прошлой ночью был в твоем доме и кое-что нашел. Хорошо, она просто могла его забыть в тот день, когда Олега арестовали. Нет. В тот день на ней не было шарфа. Нет. Нет, нет, нет. Нет, этого не может быть, нет. И кто еще в вашем издательстве в курсе содержания романа Лунстрома? Снова вы? Да, здравствуйте. Потому что я услышал, у нас одна цель. Я тоже хочу узнать, кто читал этот роман. В нашем издательстве датским владеют только два человека. Я и Лана. Но перевод же можно сделать и не зная датского. Не так ли? В принципе, да. Но я больше никому не показывала роман. А почему вас это интересует? Боюсь, что основной мишенью преступника является сама гражданка Берсенева. Некто совершает убийство по мотивам странных стишков, чтобы свести ее с ума. Ему это уже практически удалось. Или в итоге он собирается убить вас, выдавая вашу смерть как одно из звеньев в цепи жертв маньяка, тогда как на самом деле за этим убийством стоит обычный корыстный мотив. Почему именно корыстный? А какой еще? Гражданка Берсенева девушка обеспеченная, и вся эта мистика с романом и стишками здесь совершенно ни при чем. Да, ну, корыстный мотив мог иметь только Олег. Но вы же установили, что он не убивал Софи. И уж совершенно точно он не мог убить ни Ревазы, ни Мусю. Все это время он сидел в камере. А я сейчас не имею в виду гражданина Кочетова. Скажите, у вас же есть другие родственники? Если только неизвестные мне. Нет, у меня больше никого нет. К сожалению, незнание не является защитой. У вас есть единокровная сестра. Ну, позвольте. Не позволю. Вы свой шанс упустили.
У гражданки Фалькон есть дочь Елизавета. И отец Елизаветы – гражданин Берсеньев. Ваш отец. Она ваша законная сестра. И по закону она имеет право на наследство вместе с гражданином Кочетовым. А поскольку гражданин Кочетов мошенничал с вашим имуществом, он точно получит за это срок и по закону будет признан как недобросовестный наследник и не получит из имущества своей жены ничего. Елизавета Фалькон унаследует все, чем вы владеете. Ваш дом, драгоценности, картины и все остальное. Где вы были вчера вечером? Вы понятия не имеете, о чем говорите. Простите, а как вы объясните, что эту вещь я нашел в доме Ланы? Это же ваш шарф. Мой. Но его украли у меня. Вместе с сумкой. Тогда же пропал и телефон, с которого тебе звонили, помнишь? Помню. Простите, пожалуйста, я сейчас с ума сойду. Вот это про Лизу и про папу, это правда? А почему мне никто никогда про это не говорил? Потому что моя история не имела никакого отношения к вашей семье. Поверь мне. Что же касается претензий на наследство, господи, моя дочь глубокий инвалид. Она в тяжелом состоянии, еле остались считанные дни. Что касается вчерашнего вечера, я была в больнице у Лизы. Теперь я там практически живу все свое свободное время. Зачем Лизе наследство? Что она будет с ним делать? Понимаете вы это или нет? Я вас умоляю, оставьте нас, пожалуйста, вдвоем. Нам нужно поговорить. Я уже закончила. Ваше алиби я еще проверю. Постарайтесь, чтобы новые главы романа не попали в чужие руки. Гражданин Соболев, можно вас на минутку? Откуда у вас этот шарф? Ну, все очень просто. У тебя, наверное, много вопросов. Только один. Мой отец был плохим человеком. Мне трудно об этом судить. Я всю жизнь его очень сильно любила. А любящая женщина не объектив. Если еще раз вы так же утащите улику с места преступления, то я буду говорить с вами совсем иначе. Виноват. Я же теперь не могу приобщить ее к делу. Итак, следующее. Гражданин Забелин. Хотя я не верю во все эти романы, которые предсказывают преступление, но ваша барышня в таком плачевном состоянии. И вы стали наводить справки только для того, чтобы успокоить Лану? Вас это удивляет? Держите. Вот здесь. Адрес, телефон Забелина. Да, после института он жил в Санкт-Петербурге, вот уже 3 года как вернулся в Москву. Так что, если вдруг он появится рядом с гражданкой Берсеньевой, то будьте добры, сообщите мне. Не сомневайтесь, у меня для вас тоже есть маленький сюрприз. А вот на этой видеозаписи присутствует, возможно, убийца. Это, конечно, копия. Оригинал, если вы хотите, можете взять у владельца. Кто у нас владелец? Один добрый человек. Фамилия? Ну, я не знаю его фамилию, он такой очень странный человек. Зовут Аркадий, и он сосед Ланы. Странно. Я помню, как мама покупала подарки для Лизы на Новый год, на день рождения. Она не знала ничего? Нет. Она знала всю правду. Но она знала и то, что я никогда не буду покушаться на вашу жизнь. А еще она была убеждена, что дети не должны расплачиваться за ошибки взрослых. Твоя мать была святая женщина. Как же вы? Я была уже счастлива тем, что у меня есть дочь. Хотя растить тяжело больного ребенка – дело нелегкое. Отец вам хотя бы помогал? Когда Лиза родилась, ей практически сразу поставили этот страшный диагноз. И твой отец настоял, чтобы мы официально оформили его отцовство. Если бы со мной что-то случилось, он бы имел полное право, законное право заботиться о ней. Он мне обещал. И вот.
давай на сегодня закончим. Тебе и мне, по-моему, достаточно. Да, я сейчас уйду. Скажите, я могу Лизу навестить в больнице? Нет, я думаю, не надо. Нет. Лиза последнее время практически без сознания. Но все равно ничего не почувствует и не поймет. Ты как? Оказалось, что я ничего не знаю про этот мир. Даже о маме своей. Ну, ты же не виновата, что родители тебя все скрывали. Я просто не замечала. Потому что мне это было удобно. А ты Артему звонил? Да, 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 он едет, и нам нужно решить, что делать дальше. Поехали. Сейчас соберусь. Не переживай. Если мы решили сами все это остановить, то нам нужен план. Что я предлагаю? Найти Володю, рассказать ему все честно, и после этого начать за ним следить, чтобы, когда убийца попытается напасть на него, мы могли быть рядом и остановили это. Лан, я тебя такой никогда не видел. Я такой никогда не была. Кстати, у тебя есть информация по разносчику пиццы? Удалось что-то вытянуть из видео? Нет. Крутили как могли, но на подобных камерах разрешение дрянь. Ничего полезного разглядеть не удалось. Понятно. И все-таки нужно звонить Фроловой. У нее результат... Далась вам эта Фролова. Вы что, не видите, что у нее одна задача – дело побыстрее закрыть? Нашла она того, кто убил Софико, Реваза. Вот и с Мусей будет то же самое. Так, давайте прекратим сейчас спор. И все-таки решим, что мы делаем с Володей. Я считаю, что ему необходимо все рассказать, просто хотя бы, чтобы он был в курсе. А зачем его предупреждать? Мы же можем просто за ним проследить. Следить и использовать человека в темную? Нет, мы не будем так делать. А ты уверен, что этот твой Володя не рванет куда-нибудь в сторону Камчатки, как только услышит такие новости? Да ради бога, пусть рванет, он хотя бы в живых тогда останется. Да? И как мы тогда поймаем этого урода, который вот это вот все натворил? Артем, я считаю, Лана права, и нам нужно сообщить Володе, и тогда пусть он сам решает, будет он нам помогать или нет. Хорошая. Да. Ланка, привет! Слушай, ничего себе, представляешь, я сам собирался тебя искать. Какое дело? А, ну да, могу хоть час. Нет, слушай, у меня просто сейчас ремонт. Ага. Да, конечно, диктуй адрес подъеду. Давай. Дом вашей жены больше не является залогом, поскольку доказан акт мошенничества. Да я же не отпираюсь. Только вот как теперь долги отдавать? Не знаю, может быть, издательство продадите. Это не мое дело. Поскольку из всех обвинений осталось только мошенничество, то суд решил изменить вам меру пресечения на подписку о невыезде. Вы можете оставаться на свободе, только не покидайте пределы города. Понятно. Не могу сказать, что вы меня обрадовали. Теперь даже не знаю, куда идти. Возможно, это знает женщина, которая вас ожидает. Лана. Оксана Двойс. Распишитесь. Понятно. Все? Да. Ну, наконец-то. Привет. Привет. Ну, как там? Ну что, поехали праздновать твое освобождение? Оксана, прости, я не могу. Я благодарен тебе за
то, что ты приехала, и за то, что ты пыталась мне помочь, но мне надо побыть одному. Олег, ты издеваешься? Или мы сейчас с тобой вместе едем? Или ты сам знаешь? Прости. Да, история, конечно, ужасающая. Но я помогу, если смогу. Хотя, ты знаешь, я примерно что-то подобное предполагал. Интересно, почему? Да, я расскажу все. Я, в общем-то, за этим приехал. Только знаешь, что я не согласился бы на то, что он меня просил. Давай уже, рассказывай. В общем, это было вчера. Мне пришло письмо с незнакомого ящика. Но я обычно не открываю такие письма. Просто я недавно рассылал резюме и, в общем, неважно. И кто-то предложил мне очень большие деньги за то, чтобы я пытался снова начать с тобой отношения. Ты понимаешь что-нибудь? Пока не знаю. Слушай, а покажи-ка письмо. Да, покажу. Да, там два письма. Я сначала отказался, он мне еще раз написал. Тогда я решил согласиться, ну, просто для... так, для виду. Ну, понятно. А где письма? Извините. Да. Алло. Я заеду к тебе. Надо поговорить. Мне надо приезжать. Я сейчас не живу дома. И вообще не хочу с тобой разговаривать. Извини, сейчас мне нет до тебя, слышишь? Все. А может быть, ты сам случайно удалил переписку? Я ничего не удалял. Ну, может быть, в корзине? В корзине нет. Ну, вот ты и попался. В смысле я попался? Да не ты, а тот, кто тебе отправлял эти письма. С сервера переписку удалить невозможно. Мои спецы легко все восстановят. Не, нам это не поможет. Если он с такой легкостью взломал почту, то он может указать точкой отправления в любой город мира. Но он вообще-то не аванс перевел. Ну, если эта информация как-то поможет. Наследил наш деятель. Что-нибудь да откопаем. Ну-ка, перекинь мне данные. Теперь будет. Давай. Ты, самое главное, не волнуйся. С Володей все будет в порядке. Если убийца нанял его, чтобы он снова с тобой роман закрутил,
Никто он его не тронет до тех пор, пока не увидит результат. Я просто не понимаю, как я столько лет могла сохнуть по Володе. Ну, наверное, тогда другим был. Я просто себе его придумала. И это далеко не первая и не самая страшная моя ошибка. Ты про семью? Ты знаешь, я всегда была такая папина девочка. Я настолько сильно любила отца, что маму как будто бы просто не воспринимала. И только сейчас я понимаю, как это жестоко. Как она терпела, чтобы я продолжала жить в своих иллюзиях. Самое страшное, что я уже ничего не могу исправить. Ты не переживай. Не переживай. Андрей, спасибо, что ты все эти дни рядом. Я не знаю, что бы я без тебя делала сейчас. Друзья, минутку внимания. Мне бесконечно жаль, что мы собрались сегодня по такому страшному поводу. Я хотел бы сказать, что наша Муся... Моя Муся. Она была не только талантливой балериной и красивой девушкой, но еще и настоящим другом. Я бы очень хотел, чтобы вы запомнили ее именно такой. Я не думала, что ты сегодня придешь. Да, я знаю, Муся меня ненавидела. Я сожалею о том, что с ней произошло. И тебе я сочувствую. Как сама? Дай все осознать, что происходит. А тебя выпустили? Ну, совсем? До суда. Я так понимаю, о нас ты не хочешь говорить? Нет, Аль, не хочу. Ничего нет, все прошло. Я знаю, я был плохим мужем. Скажи, а ты знаешь что-то такое о моем отце, чего я не знаю? Что ты имеешь в виду? Нет, я ничего такого не знаю. Я пойду. Андрей, простите. А можно вас на минуточку? Я хотел сказать большое спасибо вам за Филечку. Анна сказала, что он у вас, да? Да. Вы очень добрый, добрый человек. Да это вам спасибо. Я бесконечно рад, что Санька больше времени проводит на улице, а не рубится в приставке. Хороший мальчик. Нашли убийцу. Что? Убийцу нашли. Пока нет, а почему вы спрашиваете? Да я, ну, а так, и почему, конечно, а, ну, обычно же, чего? В телевизоре видишь убийство, а тут рядом. Убийство рядом. Я когда был на поминках глубоко уважаемой Софьяко, там видел Реваза, Реваз был очень странный. Реваза убили? Да. Да, Реваза убили. Но Реваз до этого меня спрашивал. Что тут
человек, откуда взялся, где работает, а потом его убили. А вот у меня есть вопрос, откуда вы все про всех знаете? Вы же в больнице лежите. И потом, где вы были в день убийства Реваза? Дома был, что? Я был дома. Я был дома, да. Сейчас я лежу в больнице, да. Меня сюда еле отпустили на поминки, но не могли не отпустить. Но не хотели. Говорят, не можем вас отпустить, Аркадий, у вас анализы плохие. А в чем вы меня подозреваете вообще? Вот скажите мне, пожалуйста, вы сами-то недавно появились в жизни Ланы. Зачем? И что, я должен вам отвечать? Ладно, у меня анализы. Укол я, точнее, вечерний. Ланочка, ты не грусти. Время оно лечит. Если бы время лечило, его бы в аптеках продавали. Как-то тоскливо здесь. Может, прогуляемся? Тем более, если маньяк за нами наблюдает, а я уверен, что он наблюдает, он должен видеть, что все идет по его плану. Пойдем? Пойдем. Ты меня, наверное, ненавидишь за то, что я так поступил? Володь, столько воды утекло. Давай не будем. Ты всего не знаешь. Я должен был давно сказать тебе правду. А в чем правда? Мы были вместе. Потом ты решил, что тебе нужно быть одному. Уехал, бросил меня. Все. Нет, я никогда бы просто так не уехал. Я же тебя очень любил, Ланка. Помнишь, как мы мечтали быть вместе? Прости, но я не смог нас отстоять. Он сначала мне просто предложил обмен. Я бросаю тебя, а он помогает мне хорошо устроиться в Питере. Ты же помнишь мою семью? Ни денег, ни связей. Что я мог? О чем ты говоришь? Но я не согласился. Я не променял бы тебя на благополучную жизнь. Просто потом стали появляться какие-то люди, они запугивали меня, угрожали, избивали. Я не выдержал. Я тогда написал тебе это дурацкое письмо и уехал. Но у меня ничего не вышло. Такие, как я, не делают карьеру. Ни со связями, ни без. Володь, о ком ты говоришь? Кто этот человек? Твой отец. Нет. Нет. Этого не может быть. Прости, я хочу уйти. Отец все устроил. Господи, зачем? Зачем? Почему? Побудьте в машине, пусть она успокоится. А я за этим Гренделем сам прослежу. Сейчас, прости. Просто мой отец, он был для меня целым миром. А теперь, Господи, теперь этот мир разрушился. Поехали за Артемом. Я хочу видеть, что Володя зашел домой, все с ним в порядке. Поехали.
что, где наш подопечный? Да пропади он пропадом. В подъезд зашел, я не успел догнать. Дверь захлопнулась. Так надо позвонить кому-нибудь, чтобы открыли. Ты думаешь, я не звонил? Никто не открывает, как сговорились. Сейчас я Володе позвоню. Не нравится мне все это, не нравится. Покоченел тут. Что там? Ромео наш прорезался? Нет. Новую главу прислали. Эд, еле вас нашел. Вы-то здесь откуда? Ну как, меня Фролова отправила на поминки контролировать ситуацию. Вы ушли, я за вами. Вы разошлись, я вас потерял. Нам в подъезд попасть. А, так у меня это, универсальный ключ есть. Сейчас. Есть.